период школьных каникул с 30 октября по 7 ноября на территории Татарстана пройдет широкомасштабное мероприятие «Осенние каникулы», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. За 9 месяцев года на дорогах республики зарегистрировано 344 ДТП, в которых 11 детей погибли и 370 получили травмы. Особую тревогу вызывает ситуация с аварийностью при перевозке детей в транспортных средствах. В связи с обострением ситуации пройдут мероприятия по профилактике нарушений правил перевозки детей. Не останутся без внимания и малолетние пешеходы. В условиях сокращения светового дня, а также неблагоприятными погодными условиями госавтоинспекции по Республике Татарстан призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными и использовать световозвращающие элементы. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Заинска.